сейчас обед, толкучки нет, хоть народу и много. В отеле находится порядка 800 человек. Питание разнообразное. Очень радуют овощи тушеные с мясом. Шикарный выбор. Каждый может выбрать на свой вкус. Также есть фрукты, овощи. И очень много стряпанного. Торты, пирожные, разнообразное печенье. Салаты, шведский стол. Бери все, что пожелает душа. Выбрав еду, сесть можно как на улице, так и в помещении. Это кухня, раздача, а там уже сама столовая. Арбузы, очень вкусные сливы. Здесь тоже пекут, но это вечером будет на ужин. Также есть детское меню с детскими столиками. Напитки. Здесь же все включено. Безалкогольное, алкогольное, чай, кофе. Ну и посадочные места. Также, если посмотреть, видно вам через окно на улице. Но на улице сейчас народу меньше. В основном все находятся на бассейне, на пляже. Сегодня праздник Амбарам. Вот такое шикарное произведение. Такие шикарные произведения сделали из арбузов. Из капусты. Это все из кустов и овощей. Шикарно. У мастера руки просто великолепные. Это из кабачков. Из свеклы. Великолепие делают повара. Пройдемся между бунгалами, посмотрим, что там есть. Здесь есть одноэтажный бунгало. Здесь вот такие корпуса, 3-4-5-этажные. Есть окна, которые во двор выходят. Это очень неудобно, конечно. Люди фотографируются. Наружные балконы большие. Можно и посидеть вечерком. Рядом территория соседнего отеля. Номера разнообразные, поэтому кому как повезет с номером. Есть даже вот без балкона номера, есть с закрытой террасой.
это технологичная, как говорится, технологическая тропинка, технологическая дорожка. Здесь автомобили обслуживания катаются. Большущий балкон. Это я прошелся по задворкам, потому что у людей даже здесь есть номера. Это получается самые дальние номера. Рядом уже соседний отель, музыка оттуда играет. И кто вот здесь номера и видит, если вечером развлекаловка идет, в номерах шум. А это что? Cat Hall. Кошкин дом. У кошек на отдыхе тоже есть свой дом. Даже со своим сбором средств T-Box. Территория ухоженная. Не в идеале, конечно, но для большой территории хорошее состояние. Ну, это бунгало деревянное. Опять же, здесь комнаты маленькие. Убирает. Территория шикарная, конечно. Всем хватает места. Кому на пляже, кому на бассейне. А кому и в на ресепшене очень много людей сидят. Здесь еще получается, все, кто приезжают на отдых от 7 дней, раз 7 дней, если на 2 недели, то 2 раза получается, можно взять ресторан Алякарт. Вот итальянский взяли, сегодня вечером сходим, посмотрим, что там предложат. Хотя питания хватает в основных ресторанах, просто от души. Ресторан, или так называемый снэк-бар. Сейчас время 5:30 вечера. В данный момент только напитки. Вот здесь с правой стороны. Здесь ничего нету. Воду всю разобрали, вода бесплатна. Снэк-бар в обед пол первого дня. Тоже можно хорошо выбрать по питанию. Напитки, соки. Также в процессе
блюда меняются. Здесь же сразу готовят курица, грибочки, макароны. Здесь же пиццу готовят. Пицца у них интересная, вытянутая. Ну и вода, вода здесь бесплатная. Фрукты, арбузы. Прямо на пляже никуда ходить не нужно. Здесь можно и пообедать. Здесь слева туалет. Также есть душ. Вот люди обмываются сами, ноги обмывают с одной стороны, с другой стороны. И хотел показать, вот где здесь туалет. Сзади матрасы. Утром матрасы не разносят, поэтому можно подойти и самому взять матрас на шезлонг. Вот открытая дверь. И вот здесь матрасы находятся. Многие лежат без матрасов, хотя с матрасами поприятнее будет. Ну, береговая зона. Здесь навесы сделаны. Очень продумано. Можно весь день провести на пляже и при этом не находиться под солнцем, под прямыми солнечными лучами. Хотя все равно сгоришь. Волейбольная площадка, ее мочат. Здесь же есть прокат. Можно взять водный мотоцикл. У них, по-моему, два или три разных мотоцикла, разной мощности. Большой он, тот 1100 кубов. На парашюте покататься, на водных лыжах, на таблетке, на банане. Все эти услуги они предлагают. Также могут сразу и пофотографировать. Профессиональный фотограф у них работает. А вот это мы видим бунгало с мягкими матрасами. Ну, как правило, с утра люди приходят, их занимают на весь день. И весь день здесь все занято. Автополив включен. Детвора, я видел, здесь бегала, резвилась. Аквапарк еще работает, он, люди сверху стоят. Как
я и говорил, когда аквапарк работает, здесь все течет и брызгает. Пока поднимаешься, ты уже весь мокрый, и в горку садишься, скажем так, смазанной водой, и скользишь замечательно. Детям раздолье. Горки ограничения не имеют по возрасту, поэтому катаются на всех. Это бар 21+, здесь спиртные напитки для детей, хоть и написано 21+, дети не допускаются, но в принципе, если некуда деть ребенка, если вы не желаете никуда девать ребенка, здесь можно его в игровую детскую отдать, можете с ребенком прийти. И спиртные напитки здесь. Так, это я ошибся, это 18+, это не 21+. 21+ с другой стороны получается. Позитивные неваляшки. С левой стороны от основного пляжа, где я показывал, есть бар 18+. Вот сейчас он у меня по правую сторону. Вот такие будуары. Здесь мягкие матрасы. Очень удобно. Море рядышком, мало народу, музыки практически нет, в баре играет тихо, релакс такой, и есть Wi-Fi. По правую сторону от бара Wi-Fi ловит лучше, а по левую сторону хуже. Поэтому если брать места, то брать лучше по правую сторону, и будет Wi-Fi на пляже. Сейчас подойду к пункту проката. Если там есть прайс, сниму прайс. Вот, доска висит, лыжи висят водные. А вот прайс висит. Банан 10 евро. Сафа. Парашют 50 евро. Один человек. А три человека 90 евро, если сразу трехместный. Вода теплая, люди залазят и целый день не вылазят из воды. Где-то получается 27-28 градусов температура воды.
Берег отличный. Берег чистый. Мест хватает всем. А вот так вот выглядит вечерний отель. Там идет развлекаловка детская. Детский час. Люди в барах сидят, в ресторанах. Кто-то круги даже здесь пооставлял. Не стали убирать. И бассейны. Подсвеченные. Шезлонги все сложили. Зонтики сложили. Каждый вечер моют. Но при этом никого не выгоняют и никого не напрягают. Как-то все делается незаметно. Днем одна прелесть, вечером другая прелесть. Дети там веселятся. Площадь бассейнов большая. Лежачих мест много. Смотрится, как будто воды даже нету. Вот не спеша обхожу. А вот через тропинку возле бунгало есть отдельно бассейн. Вон там написано «Зона релакс». Дети до 13 лет там не допускаются. Ну, хотя все равно же бегают. Там и бассейн сам глубже. Мелкого там нету. А так здесь детворе хватает, где порезвиться. Народ гуляет, на море ходит, прибой слушает, снэк-бар. Кстати, в снэк-баре вечером работает Wi-Fi. Ну, сейчас и стали днем включать, до этого только вечером было, а сейчас и днем включают. Здесь вот такой вот импровизированный пешеходный переход по бассейну. То ли что-то изменилось, то ли пересмотрели свою концепцию. На бассейне Wi-Fi стал работать днем. Многие не знают, не пользуются, скорость нормальная. Также Wi-Fi работает на снэк-баре тоже. Красиво, пальмы подсвечены.
зеленая лужайка, голубой бассейн, зеленые пальмы. Комаров, кстати, нету на территории. Вообще ни разу никто не укусил. То ли их просто нету, то ли обрабатывают достаточно хорошо, чтобы этого не происходило. Даже дети на выступлениях сидят, ждут. Не видел, чтобы кто-то гонял. Комаров просто нет. Это замечательно. А это геймпарк вечерком, поздним, время 9 часов. Детвора играет. Вот такая стоимость за жетон. Игровые автоматы аэрохоккей. Также и концерты дают здесь музыкальные, живым голосом поют. Также есть вечером детская развлекательная программа. Детей много, аниматоры работают замечательно. И дети довольны, с удовольствием сами выходят и танцуют. Сегодня заключительный день нашего пребывания в отеле Sera Palace в Турции. Отдых, как всегда, пролетает быстро и с удовольствием. Заканчиваю на пляже. Вот домики есть, вот эти видно, вот такие. Это черепашки откладывают яйца, и работники расставляют их, чтобы люди там не наступали, не ковырялись. Так что еще и фауну стараются защищать. Все прошло замечательно, отель понравился, обслуживание понравилось, питание прекрасное, отношение хорошее, номера, по крайней мере в нашем случае, все чисто, убирают, меняют, моют. А ребенок, подросток, занимается с группой таких же подростков, бегают с аниматором, аниматор Андрей. Можно сказать, с утра до вечера ребенка не видим. Довольная, счастливая, поэтому кто будет, ищите Андрея аниматора. Он подростками занимается. На этом все. Желаю всем прекрасного отдыха и положительных эмоций. Всего вам доброго.